A volcano, then you, if you want to go visit the volcano, just you have to drive like around 30 minutes, then go down at the volcano, then stop the car, and then you have to walk around 40 minutes, and then you are in the hills and go up to the volcano. Как раз вот мы тот вулкан, который мы видели, до него можно дойти за 40 минут, и весь основной путь занимает поездка на автомобиле. Вот. Гомес очень рекомендует нам еще раз приехать в его родной поселок и подняться на вулкан, потому что он действующий. Вы любите кофе и нет поблизости Старбакса, то придется довольствоваться вот таким кофе. Очень похож на кофе в Калифорнии, который мы пили фактически каждый день, когда жили в Сакраменто. Но это на любителя. Если вы из Москвы, если вы привыкли к Старбаксу, к шоколаднице, ну, явно вам это не понравится. Ну, приходится довольствоваться тем, что есть. Вам нравятся чипсы, то место Мексика – это для вас. Большое разнообразие всяких разных чипсов. Они могут быть острые, и очень острые, и очень, и очень острые. С перцем, с лимоном, с перцем. Просто с лимоном, снова с перцем. Есть такие места, где просто автобус останавливается. Слева и справа люди с оружием, но это полицейские. Заходят полицейские, проводят какие-то обыски. Попробуй, просят открыть сумку. Это нормально, это в порядке вещей. Здесь за безопасность. Это здорово. Возможность попробовать мексиканский транспорт. Наверное, уже пора создавать рубрику «Транспорт в странах». У нас есть по Франции, как там обустроено метро. Теперь мы сделаем обзорку по мексиканскому транспорту. Цена билета 5 песо. 5 песо – это 0,3 доллара, то есть 30 центов за поездку. Такие же колеса, большие резиновые колеса, дублируют металлические. Не знаю, для чего это, но во Франции то же самое. Вот, кстати, и поезд. Узкие вагоны. Очень похожи на французские, но, правда, здесь есть кондиционер, да? Это не очень. Ну, он не очень работает, но он здесь предусмотрен. И нет откидывающих сидений. Эскалаторов здесь нет, так что приходится все ножками, либо на руках. Вот, а так мы уже практически приехали. Как вы знаете, мы едем сейчас покупать билеты на автобус в Тихуану.